Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу рубрику Форт ФА, и у нас последний сезон, сезон Тотти. Итак, 9-й выпуск, и нам остается буквально 2 игрока, которых у нас есть сейчас в клубе, у которых есть Тотти карточка, и которых нам осталось проапгрейдить. Это Анголо Канте, осталось еще 20 французов, чтобы получить его Тотти карточку, и 2 всего лишь аргентинца, и тогда мы получим Лео Месси. Ну и также, после того, как мы выполним все ачивки, мы, скорее всего, будем переходить на умножение в 2, а дальше в 3, в 4 и в 5 раз и так далее. Итак, ну что же, в самом начале мы переходим к 5 золотым игрокам. Итак, первый игрок. Нет, нет, нет. И, друзья, Эвер Банега стал последним 20-м игроком из Аргентины, и поэтому теперь мы получаем Тотти карточку Лионеля Месси. Нет, и последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот выглядит наша команда. Мы получили нашу первую карточку, 99-ю Тотти. Это стал именно Лионель Месси. Ну что же, а если так посмотреть, нам осталось буквально ничего, буквально 6 игроков из стартового состава и еще один на замену. Не знаю, кто это будет, какой последний попадется, такого мы и будем. Но это, скорее всего, будет, наверное, либо Де Брёйне, либо Модрич, потому что остальные игроки у нас станут все на свои позиции. Ну что же, а пока что переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 48 место, пережил 52 соперника, за это получаю 26 золотых игроков и плюс еще 10 специальных игроков за 2 убийства. Ну что же, начнем сначала с золотых игроков. Первый золотой игрок. Нет, 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 нет. Ну да, когда мы уже получили Тотти Рамоса, нам он и выпадает. Нет, 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 нет. Роналдо, да не тот, который нам нужно. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. И снова нам выпадает игрок, который у нас уже есть в клубе, у которого мы уже даже добили карточку Тотти. Но лучше бы нам другие бы игроки бы падали. Нет. Ну а пока что мы переходим к 10 теперь специальным игрокам, которые мы получили за 2 убийства. Первый специальный игрок. Нет, 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 нет. И снова Ван Дайк. Нет, нет. Не тот нам нужен левый защитник из Бразилии. Нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что же, ничего путного нам так и не выпало за первую игру в Fortnite. Значит, переходим ко второй. Ну что же, неудачная высадка и 89 место. 11 пережитых игроков, и это всего лишь 6 золотых игроков. Ну что же, друзья, это, наверное, самое минимальное открытие за всю историю. 6 золотых игроков. Ну, может, нам и в этом что-нибудь и повезет. Первый золотой игрок. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши ролики. Ставьте также колокольчик, ставьте лайк. Мне будет приятно, а вам не трудно. Во-первых, можно поставить лайк за то, что нам выпал все-таки, мы добили ачивку к Лионелю Месси. Это наш первый Тотти игрок с рейтингом 99. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.